Продовжуємо наш ефір і будемо далі говорити про здоров'я жінок та чоловіків після 40 років. І спікер з даного питання – завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Іванна Філоненко. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отож, пані Іванна, скажіть, будь ласка, чому слід регулярно обстежуватися людям, яким вже 40 і більше років? Тому що коли ми маємо вже 40 років, і в нашому організмі відбуваються певні зміни, до яких потрібно бути готовими. Які це зміни можуть відбутися в нашому організмі? Це підвищення рівня глюкози, тому що ми постійно знаходимося в стресових ситуаціях. Це неправильний раціон харчування. Невчасне харчування – це може призвести до розвитку атеросклерозу. Також стреси можуть призводити до змін в серцево-судинній системі. І ці захворювання постійно повинні моніторитися. Чому? Тому що вони протікають безсимптомно. Ми не бачимо симптомів, ми симптоми бачимо, коли вже розвиваються органічні зміни в тканинах. І це вже буває запізно. А чому от саме такий вік визначається, що до 40 все-таки також варто слідкувати за своїм здоров'ям, але от після 40 треба більше уваги приділяти власному здоров'ю? Тому що виникають ризики. Ризики, неконтрольовані ризики. Коли ми молоді, в нас добре працюють обмінні процеси, ми більш мобільні, ми займаємося спортом, в нас енергетичні і обмінні процеси проходять швидко, але з 25 років вони вже починають замідлятися. Вони замідляються і, к сожалению, це приводить к необратимым в дальнейшим последствиям для человека. Скажіть, будь ласка, пані Іванно, які хвороби найбільш поширені після 40 років? От ви просто можете також послідкувати як медик. Да, ми говоримо о риску. Для того, чтобы предупредить болезнь, нужно ее мониторить, нужно постоянно исследовать пациента. А риск – это сердечно-сосудистые заболевания, это инфаркты, инсульты, это тромбоэмболии различных артерий. Опять же, это предсахарный диабет, заболевание, которое является на сегодняшний момент очень распространенным в мире. То есть, когда уровень глюкозы повышается, но он не достигает еще тех цифр, когда мы можем установить такой диагноз, как сахарный диабет второго типа. Это атеросклерозы. Атеросклеротические бляшки в процессе своего развития, они дозревают, есть такое понятие в медицине, они дозревают, разрываются и их содержимое попадает в кровяное русло, и это тоже является причиной выявления, причиной таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, опять же, инфаркты и инсульты. И в чем проблема этих заболеваний? Опять же, в бессимптомности. То есть созревание тромба происходит на протяжении 5-7-10 лет, а у кого-то это может затянуться во времени. То есть если была операция приблизительно в 20 лет, он не проявляется моментально, он проявляется с последствиями. Именно 40 лет – это критический возраст. То есть это тот возраст, рубеж, после которого мы должны раз в год проходить исследования. Помимо риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, не будем и забывать о том, что велика вероятность рисков онкологических заболеваний, которые также протекают бессимптомно. И они выявляются, к сожалению, на скрининговых исследованиях. То есть, когда пациенты приходят просто на любой плановый осмотр, и у них уже выявляется онкология. Тобто ми зараз говоримо про те, що вчасно діагностувати будь-яку хворобу дуже важливо у подальшому її лікуванні. Власне, давайте ми тут анонсували з самого ранку, що ми сьогодні для глядачів розкажемо про ті види аналізів, які необхідно здавати. Да, ми зараз з вами перечислимо тот мінімальний скрининг, который пациент должен проходить. Есть очень большой перечень лабораторных исследований в современной лабораторной медицине, но нам нужно вычленить, а что же является маркером, что же поможет нам определить эти риски. Первое исследование – это базовое исследование, это клинический анализ крови. Люди его зачастую называют общий анализ крови. Что этот анализ включает? Этот анализ включает автоматический подсчет
форменных элементов крови, определение концентрации гемоглобина, подсчет лейкоцитарной формулы, определение СОЭ, определение эритроцитарных и тромбоцитарных индексов, а также подсчет тромбоцитов. Что нам поможет выявить общий анализ крови? Ведь это не одно исследование, это комплексное исследование. В это исследование входит перечень исследований. Итак, что нам может выявить? Понижение гемоглобина и выявление то заболевание, которое называется анемией. Это заболевание может протекать также бессимптомно. При хронических кровотечениях, при желудочно-кишечных кровотечениях у женщин, когда идут аномальные кровотечения, когда увеличивается менструальный цикл, идет постепенная потеря железа. В молодом возрасте, вы спрашивали, почему в молодом возрасте мы не так это ощущаем? Потому что организм устроен так, что есть депонированное железо, но с возрастом, приближаясь к 40 годам, к 50 годам, мы исчерпываем свои ресурсы. Мы не всегда правильно относимся к выбору диет, потому что мы не идем к врачу-диетологу, мы услышали какую-то модную диету, да, у нас есть лишний вес, мы решили похудеть. Мы начинаем отказываться от белковой пищи, и это может приводить также к образованию, к анемическим состоянием. Общий анализ крови позволяет врачу-клиницисту типировать анемию, то есть какая причина анемии, да, чем она вызвана. А зная причину, это дает возможность врачу быстро сориентироваться в нужном перечне исследований до обследования и даже начинать уже лечение, имея общий анализ на руках. Также общий анализ крови может сказать о наличии либо отсутствии патологического процесса, то есть воспалительных процессов в организме. Он может сказать о наличии также лейкемии. К сожалению, на сегодняшний день выявление лейкемии происходит на рутине, то есть при сдаче пациентов обычного анализа крови. И зачастую это уже бывает достаточно задавненные процессы, на которые влиять уже сложно терапевтически. Что еще нам дает общий анализ крови? Он дает нам подсчет количества тромбоцитов. То, что мы говорим, возникновение тромбозов. Почему повышаются тромбоциты? А это воспалительная реакция организма, это онкологические реакции организма. То есть это при онкологии тромбоциты повышаются, при лейкемиях тромбоциты повышаются, при кровотечениях, при анемиях, которые вызваны кровотечениями, тоже повышаются тромбоциты. То есть, казалось бы, общий анализ крови, а сколько факторов риска можно выявить. Следующий тест, который обязательно нужно проходить, это глюкоза натощак, либо гликолизированный гемоглобин, или два исследования одновременно. То есть, если вы пациент, имеющий лишний вес, имеющий группу, находящийся в группе риска, то есть, если кто-то из родственников болел сахарным диабетом, вам обязательно нужно сдать глюкозу натощак и гликолизированный гемоглобин. Глюкоза натощак показывает уровень глюкозы здесь и сейчас, как я говорю. А гликолизированный гемоглобин дает возможность оценить уровень глюкозы на протяжении 3 месяцев. То есть в обычном рационе питания, то есть в тех стрессовых условиях, в тех ритмах жизни, в которых мы находимся, мы можем как врачи-лаборанты и врачи-клиницисты оценить состояние пациента, уровень глюкозы и риск развития сахарного диабета второго типа. А мы знаем, что сахарный диабет – это очень тяжелое системное заболевание, с которым тоже… То есть это заболевание в твою жизнь приходит навсегда. От ви сказали, перший – це аналіз крові, значить, друге – на глюкозу здавати. Як часто ці аналізи треба здавати? Один раз на рік? Частіше? Смотрите, если вы вообще забыли, когда вы последний раз обследовались, а есть такие пациенты, либо вы заболели, вошли в стабильную ремиссию, прекрасно себя чувствуете, и вы считаете, что вам это не нужно. Эти анализы нужно сдавать хотя бы раз в год. Если будут выявлены какие-то изменения, отклонения от референтного значения, обязательно нужно обращаться к врачам-клиницистам, которые будут назначать дополнительные методы исследования. Они будут расширять спецификацию лабораторного исследования для того, чтобы точно установить диагноз и, соответственно, повлиять на патологический процесс, назначить лечение и, соответственно, улучшить качество жизни пациента, снизить дальнейшие риски, которые вызваны тем же сахарным диабетом. Это же не только повышение уровня глюкозы, да? Это проблемы с сосудами, это проблемы с зрением, это проблемы с конечностью.
Следующий очень важный тест, на котором обязательно нужно сдавать после 40 лет раз в году, это липидограмма. Если вы пациент, у которого, опять же, нет лишнего веса, если вы пациент, у которого нет родственников, страдающих гипертонической болезнью, у которых нет родственников, которые страдали инсультами либо инфарктами, достаточно ограничиться общим холестерином. Но если вы попадаете в группу рисков вышеперечисленных, вам обязательно нужно сдавать липидограмму. Что такое липидограмма? Это комплекс, так называемая липидная панель, в которую входит общий холестерин, липопротеиды высокой плотности, очень часто их называют хорошие липопротеиды, липопротеиды низкой плотности, так называемые плохие липопротеиды, именно которые вызывают повышение общего холестерина и нарушение липидного обмена, триглицериды и коэффициент атерогенности. Зачем нужно обязательно этот показатель вводить в перечень лабораторных исследований? Для того, чтобы спрогнозировать риск того же атеросклероза. А атеросклероз, это то, что мы говорили в начале, это образование атеросклеротических бляшек, которые в сосудах головного мозга либо сердца очень долго формируются, протекают бессимптомно на протяжении годов. Мы не обращаем внимания на головную боль. Мы не обращаем внимания на артериальное давление, мы списываем на синдромы хронической усталости, на все что угодно, но только не на эти заболевания. Когда содержимое атеросклеротической бляшки вытекает в просвет сосуда, они начинают закупоривать мелкие сосуды. То есть кровь не поступает в ткани, и ткань начинает умирать, вызывая тем самым ишемию, ішемічні інсульти, ішемічний інфаркт. Пані Іванно, у нас залишається не так багато часу. Mm-hmm. Я хочу все-таки почути ось цей перелік обстежень, аналізів, які треба здати. Тож ви назвали три, які ще є основні. І останній обов'язковий тест – це тест протромбіновий тест. Для чого цей тест потрібен? Цей тест показує склонність організму до образування тромба. Мы не будем погружаться в каким образом, да, в механизм образования тромба. Что вызывает тромб? Тромб также перекрывает сосуды. И он также вызывает такое состояние, как тромбоэмболия, перекрытие сосуда. Не дает, вызывает те же инфаркты ишемические, те же инсульты. Если это тромбозом поверхностных вен, могут вызывать в последующем гангрен. То есть это очень небольшой перечень, но очень важный перечень лабораторных исследований, который поможет нам предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, оценить состояние организма в целом и не дать развиваться сахарному диабету, если мы находимся второго типа, если мы находимся в состоянии преддиабета. Но я бы еще хотела обратить ваше внимание, если вы женщина, которая достигла 40 лет, обязательно вы должны обратиться к врачу-гинекологу на плановый осмотр для того, чтобы провести скрининг патологии шейки матки на наличие либо отсутствие атипических клеток. Обязательно пройти УЗИ исследования, когда врач-гинеколог может выявить те или иные причины возникновения риска онкологических заболеваний и назначить соответствующий онкомаркер. Не забывайте, если вы женщина, которая достигла 40 лет, вы обязательно должны обратиться к маммологу, потому что врач-маммолог назначит после консультации определенный перечень тестов, который позволит вам исключить риск развития рака молочной железы. И если вы мужчина, который достиг 40 лет, вы обязательно должны посетить раз в году врача-уролога, который после проведения консультации и обследование назначит вам перечень лабораторных исследований и дополнительных исследований, которые смогут определить ваши риски в развитии рака предстательной железы. Тобто звертатися до лікарів треба все робити вчасно, і тільки тоді ми зможемо підтримати своє здоров'я і зробити так, щоб наше здоров'я радувало. Завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Іванна Філоненко завітала до нас у студію, розказала про те, які обстеження слід проходити чоловікам та жінкам після 40 років.